Лесы, все сгоревшее. Все вон. Там фуфайка сверху, как, наверное, была фуфайка. Вон, видите, станишки, все горело, ребенок сажало. Родственники со слезами на глазах показывают рабочую одежду Олега Элтека. В куче тряпья сразу и не разберешь, что это огнеупорная роба. Сам парень третьи сутки в коме. Обожжено 80% тела. О том, что случилась беда, его мама узнала от двух рядовых сотрудников ХАКАЗ «Взрывпрома». Там Олег работает сварщиком. Они сказали, что взорвалась угольная пыль и что во всем виноват начальник. Да, они такое не сказали. Сейчас все подробности ЧП на особо опасном предприятии выясняют соответствующие службы. Заведено уголовное дело. А вот что сообщает на условиях анонимности по телефону один из очевидцев взрыва. Выполняли демонтаж оборудования на заводе СПИ. Работали болгаркой, там большие баки с дизельным топливом. Взрыв был мощный, то есть как бы облако, как большой шар такой через... Что-то аж даже вылетело из крыши, там пробило крышу, и черный дым пошел, облако огромное такое. В результате трагедии один человек погиб, трое госпитализированы. По этому случаю глава Хакасии собрал экстренное совещание. Вопрос поддержки семей погибшего и пострадавших первый на повестке. На все семьи составлены социальные паспорта. По информации Министерства здравоохранения, в настоящее время оказывается им медицинская помощь в полном объеме. И пострадавшие находятся под наблюдением главных специалистов Минздрава. При этом все медицинские препараты, которые необходимы, они есть. В семьях пострадавших воспитывается 6 детей, 3 школьника, 2 ребенка посещают детский сад, 1 студент техникума. Установить такие же критерии? Вот как мы, да, погибшему столько-то, семье пострадавшему столько-то, за утрату здоровья, если степень легкая, будет определена, да. Как мы решали вопросы, вот связаны были с пожарами, да, то же самое. Ну, у них у всех средняя тяжесть. Если больше, ради бога, но не меньше. Да. Стоит добавить, что ХАКАЗ «Взрывпром» уже готов выплачивать компенсации. 1 миллион рублей семье погибшего, по 400 тысяч пострадавшим. Виктор Зимин распорядился оказать социальную помощь семьям. Кстати, директор ХАКАЗ «Взрывпрома» Павел Мамонов не участвовал ни в одном совещании. Пока так и не ясно, что предпринимается на опасном производстве, чтобы трагедия не повторилась. Константин Кравцов, Дмитрий Парахин, Сергей Казьмин. Вести Хакасия.